Продолжаем выпуск новостей. Скандал вокруг отравления бывшего российского разведчика обрастает подробностями. По последним данным, бывшим Сергей Скрипаль не был. Он работал на разведывательные службы Великобритании и других стран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. По их сведениям, после обмена и переезда в Британию в 2010-м Скрипаль продолжал передавать информацию зарубежным спецслужбам. Он мог рассказывать об особенностях российской разведки, объяснять тонкости, засылки и вербовки. Сейчас Сергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии. Отравили их неизвестным нервно-паралитическим веществом.